сегодня я хотел бы еще раз вернуться, обратиться к теме любви и ненависти. Знаете, существует такое расхожее мнение, оно звучит так, что любить гораздо труднее, чем ненавидеть. И отчасти это выражение достаточно правдиво, но только отчасти. Я лично считаю, что оно верно только наполовину. Знаете почему? Потому что для человека невозрожденного, или давайте будем говорить так, незрелого, любить действительно труднее, чем ненавидеть. Для зрелого же христианина, любящего Бога, уже достаточно долгое время, идущего по пути ученичества, любить проще, чем ненавидеть. Почему? Потому что когда наш ветхий человек, наше плотское «я», оно доминирует в нашей жизни, то, несомненно, негативные вещи, они будут доминировать. И тогда первая реакция человека на такие или иные обстоятельства, какое-то давление, противодействие, оно будет негативная реакция. Ненависть, агрессия и так далее. И нам нужно подавлять эту агрессию. То есть что-то негативное, оно будет с легкостью вылазить из нашего сердца, потому что именно этим и наполнено. Но когда мы ходим с Богом, когда мы ходим и ищем зрелость, ищем любви, ищем жизни, то любить проще, чем ненавидеть. Когда мы зрелые христиане, для наша реакция на любого рода негативное действие в отношении нас будет прощение, любовь, благословение. И если мы не видим это в себе, то как минимум мы не являемся зрелыми христианами. И об этом нужно молиться, и я даже думаю плакать перед Богом. Если же вы видите, что ваше сердце реагирует на встречу с каким-то давлением должным образом, то это...